Здравствуйте! Снятие акриловых ногтей также очень важная процедура наравне с самим наращиванием. От правильности ее выполнения будет напрямую зависеть состояние натуральной ногтевой пластины. Ни в коем случае не срывайте искусственные ногти. Запаситесь терпением и давайте я вам покажу все этапы снятия акрила. Для снятия акрила нам потребуется фольга, пилка, катер, спонжики, жидкость для снятия акриловых ногтей гель-лака и также масло. Вначале я убираю длину искусственных ногтей при помощи катера. Будьте аккуратны, смотрите, чтобы не задеть передний валик пальчика. Запилить поверхность, убрать блеск с покрытия. Возьмите спонжики, смочите их тщательно жидкостью для снятия акрила и гель-лака. Положите на покрытие. И замотайте кусочком фольги. Подождите так 15-20 минут. После того, как прошло 15-20 минут, я аккуратно снимаю фольгу и при помощи либо пушера, либо апельсиновой палочки убираю остатки материала ноготочка. Аккуратно старайтесь не травмировать натуральный ноготь. Остатки материала аккуратно спиливаю пилочкой для натуральных ногтей. Лучше использовать пилки от 180 единиц, 180, 240 и так далее. После снятия материала обязательно нанесите масло для кутикулы на кожу и ноготочки и тщательно его вотрите. Надеюсь, вы воспользуетесь нашими советами. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!